11-классницы из Щелковской школы номер 8 с выбором будущей профессии уже определились. Я иду на графического дизайнера, либо на аниматора, в общем, на творческую профессию. На переводчика или на лингвиста, что-то с языками связанное. Я думаю, экономическое. Но прежде чем получить профессию мечты, придется пройти немало испытаний. И одно из самых, как считают школьники, трудных – ЕГЭ. До итоговой аттестации еще полгода, но подготовка к единому государственному экзамену начинается задолго до сдачи. Бессонные ночи за учебниками, выбор вузов, волнение – все это знакомо старшеклассникам. Однако есть те, кто уверен, ЕГЭ – это не так уж и страшно, и доказывают, экзамен можно не просто сдать хорошо, но и добиться наивысшего результата. И таких примеров немало. В Щелковской гимназии за 10 лет 19 ребятам удалось получить заветные 100 баллов. На самом деле это большое количество грамотных, интересных молодых людей, которые продолжили обучение в ведущих вузах Российской Федерации. Третий раз наш городской округ участвует во всероссийской акции «100 баллов для победы». И вновь она проходит в Щелковской гимназии, где выпускники учреждения, добившиеся лучших результатов на ЕГЭ, и педагоги, подготовившие 100 бальников, делятся опытом со старшеклассниками. На этот раз в гимназии собралось свыше 150 школьников со всего округа. Как правило, они испытывают стресс, переживания, связанные с предстоящей государственной итоговой аттестацией. Поэтому главная цель этой акции – это снять то напряжение у детей. Гуар Саркисян сдала ЕГЭ по русскому на 100 баллов, что помогло беспрепятственно поступить в вуз. Окончив его, Гуар вернулась в родные стены гимназии, но уже в качестве педагога, учителя немецкого и английского языков. Я сдала ЕГЭ, я закончила университет, я пришла работать в школу. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, вот бы сейчас ЕГЭ сдать. Это не страшно. Это при правильной подготовке не просто быстро и безболезненно, это легко и приятно. Школьникам провели лекции по нескольким предметам, рассказали о тонкостях сдачи ЕГЭ, что немаловажно, настроили на позитивный лад. Ведь, безусловно, итоговая аттестация – это испытание, но пройти его можно, если верить в себя и прилежно учиться. Сдать ЕГЭ на 100 баллов сегодня мечтает каждый школьник. А те ребята, у кого это получилось, доказали – нет ничего невозможного, было бы желание. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.